Я казах. Я армянин. Я балкарец. Я бурят. Я рус. Я казах. Я якут. Я татарин. Я хакас. Я алтаец. Я украинец. Я чеченец. Я ингуш. Я аварец. Я азербайджанин. Я кореец. Я башкир. Я лезгин. Я кабардинец. Вот только что приехали в Курск, привезли для жителей Курска и военных вот такую вот гуманитарную помощь. Пошли, да, покажем, как наши волонтеры работают. Тут у нас, получается, мы распределяем, да, всю гуманитарку. Там у нас по пакетам. Пошли это, пакеты покажи. Так, вот так мы, опять же, собираем все. Да, то есть крупы, макароны, гречка, сладости, чаи, да, тушенка. Это, опять же, и жителям Курска, и нашим военным. Ну а кто тоже хочет поддержать наших бойцов, то реквизиты будут тут на экране. Сейчас, на самом-то деле, очень мало кто помогает. Коча, передай привет. Всем привет. У нас там это еще два мотика для штурмовиков. Коча, Михаилу Нигматовичу. Огромное тебе спасибо, брат, за ту поддержку, которую ты оказываешь нам. За предоставленную помощь в специальной военной операции нашим волонтерам. Спасибо большое, брат. Берегите себя. Служу России, как говорится.